Вот я думал, как мне каждую на поводок брать, собачка. Они будут сильно путаться вообще. Ну вот я решил. Дымка, отойди. Отойди оттуда, а. То я тебя посажу. Вот я и решил. Вот так скрепить три проводка. Сворку сделать. Они меньше путаться будут. И я смогу их три увести. Только, ух ты, чуть не обрящился. Открываем этой дымки. Но скоро уедешь ты от нас. Все перевернуло у нас. И вот, правда, я не знаю, как они, как я их держать буду. Троих-то. Они же как один конь поволокет. Ну, не знаю, попробую. Там видно будет. Так что. Так что я приготовился, все. Дрова привезли, буду потихоньку колоть. А вчера думаю, что такой знакомый запах. А тут лимон расцвел вот. Вот. Во. Я думаю, чем так пахнет? Короче, у меня 4 кисти выходит. Растет. Получилось уже. Тут урос пошел. Это хорошо, много лимонов. Потом в лес возьму с собой. Комнатного. Вот. Ух ты, блин, долбанулся. Скоро расцветет. Совсем попуши, вон как набрал. Долбанулся в этот виноград. О! Караси поживает. Чё, скоро весна, а? Карасики, весна. Чан пойдете скоро. Вот. Вот, воду привез там. Вытаскивать надо, да. Трава вот притреливал сегодня, сейчас вытаскиваюсь воду. Чё, выжимала новой ты? Конечно, выжимала. Ну и как? Нормально. Хорошо? Не то что старо. Вот тут маленькая машинка еще есть. Надо что-то подваживать, а на это... Чё? Скачет. А чё, воду всё вылило тут? Всё, больше нет воды нигде. Ну, вытаскивай. Туда сначала вытаскивай, потом это... Ну, сначала выйду, конечно, натаскать. То ли вон тот коврик подлаживает. О, ходил, купался. Следы-то не видно. Но они вот протаявшие-то видно. Вот. Вот так вот. Вон дрова привезли. Колоть теперь надо. Тут на кучу маленько заехали. Сказал, что осины еще привезли. Печку прожигать. Вот приволокли. Да в разнобой. Потом, может, как получится. Лесвянных одних. А пойдут, не чуд. А дрова пойдут. Все равно. Сейчас буду колоть. Начну. Вот так. Забота будет. Разминка. Убавить придется. Вот ларь освободили. На лето. Сейчас просушим. Промыли, просушим. Вот все.
там морозилку забили. Закрытник. Сейчас маленько температура, если подниматься начнет, мы опять ее в ларь запустим. Мясо вот в основном сюда загнали. Вот в эту морозилку всю загнали. О, грибы достали. Вечером пожарим. То грибов уйма еще осталось. Не успеешь оглянуться, уже новые пойдут. Вот. Просыхат. Промыли, отключили, пока просохнет. Тепло начнет, все туда сгоним. А варенье вот сюда все ушло. Забили полностью. Еще вон сколько варенья, не знаю куда. На 2 года хватит, еще на год хватит. Там много пойдет уже. Вот чага запарена. Так и стоит у нас дома. На столе. Одну сопьем, другую запарим. О, какие горы намело. Как будто хребты возле ранетки-то. Горные хребты как будто идут. Но хорошо, сейчас снегу много. Не из быгадок. Хорошо. Земля влажная будет. Урожай хороший будет. А тут все цветочки у ней стоят. Это старый у нас холодильник, он работает тоже. Морозит, ё-моё. Вообще. Как этот. Если побольше прибавить, он как морозилка все заморозит. Сверху донизу. Вот. Океан 3. Вот, пожалуйста. С 80-го года. Тут еще про запас стоит. Тоже старый холодильник. Тоже рабочий. Футболку сразу на стирку забрала. Да, у меня утащила. А это я повешу сейчас. Подсохнет, одену, все равно потеть. Я говорю, все равно сейчас бы посушил. Это, колоть пошел. А она у меня содрала и стирать унесла ее. Ну как, красота же. Краси. И главное, они не прихотливы, как рыбки, а красивы. Садишь, наблюдаешь за ними. Все успокаивается. А у нас тут все забито, блин, цветками. Я говорю, не жую. Я люблю то, что можно рубать. Вот так. Да, это нас своих тут, ай-яй, верит, пусть верит, я своих духов верю. Тут еще отростки у нее всякие лезут, это будет рассаживать еще она. Вон какой цветочек лезет. Но под занавес, занавес, смотрите,
всем здоровья желают мои караси. Посланники духа воды. Всем добра. Всем добра, не болеть. Не болеть, не хворать. А, еще не хвостану. Вот. Пироклейка у меня есть. На стрелы перья клеить. На арбалетные, на лучные. Она для всех универсальна. А то обламы перья клеят. Вот такие дела. Тут стрелы у меня всякие. Валяется, каких только нет. Ну а тут это от моей веры. Вот камень от молнии, талисман мне. Тут моя уже территория. Так что вам прошу для всех от моего оберега, прошу для вас здоровья, счастья, какое только возможно в наше время. Сами знаете почему. Ну ладно, всем пока. Пока-пока.